Здравствуйте! Сегодня я хочу показать распаковку посылки из магазина «Мыло опт» города Кременчуг. Посылка аккуратно запакована, хорошо запакована, все тут аккуратненько приклеено. Давайте откроем ее. Мне очень понравился сервис доставка магазина. Я оплатила безналичным платежом, отправила чек по электронной почте на адрес магазина «Мыло опт». И уже на следующий день посылка вот у меня. И сейчас мы посмотрим, что же нам пришло. Здесь у нас бумажка, на которой указаны все товары, которые я заказывала, чтобы мы могли свериться, правильно ли у нас все запаковано. Так, я заказывала. Я потом сверюсь и расскажу вам точно. Покажу, что я заказывала. Такую мыльничку с кружевными узорчиками. Очень хотела уже давно заказать формочку большую, чтобы можно было нарезать мыло. Ну, такая ровненькая. Я ее еще поставлю в деревянную коробочку, чтобы все было ровненько держалось. Вот такие две силиконовые формочки, красивые цветочки. Силикон очень хороший, не сильно мягкий. Ну, здесь тоже очень хороший, крепкий. Силиконовые формочки нам хватит надолго. Так, вот такие упаковочные мешочки. Очень красивые, беленькие. И золотистые цветочки. Сюда поместится наша мылка. Это у нас пигменты золотые, глиттеры. Мне очень нравится этот магазин, то что там очень хорошие цены, как можно и поштучно купить, так и оптом. Очень доступные, доступнее даже, чем вот просто пойти в магазин с мылом. Там даже намного все выгоднее покупать. Вот такие полные пакетики по 10 грамм. И наши отдушки, масла. Вот касторовое масло такое. Ну, потом я все испробую, понюхаю. Абрикосовые косточки, такие бутылочки хорошие, по 100 миллилитров. Так, лавандовая отдушка. Очень хотела себе. Ой, приклеилась. Банана. Я такие запахи заказывала, которые мне больше всего нравятся. Мед с молоком, ванилька. Такие большие бутылочки по 30 миллилитров. Очень выгодно покупать. Они нам дольше хватит. Роза, апельсин. Букет сирени очень классно пахнет. Мне очень нравится. И яблоко. Golden. Я заказывала кокосовую душку 30 мл, а мне пришло только 10. Поэтому я написала на электронную почту магазина «Мыло опт», и мне ответили, что остальные 20 мл мне довложат в следующем новом заказе. Мне очень нравится этот магазин, я буду заказывать и дальше. Так что я всем советую магазин «Мыло опт» города Кременчуг. До свидания. Кокос. Только вот кокос мне прислали 10 мл, а я заказывала 30 мл. Вот, можно посмотреть внизу. Отдушка кокос 30 миллилитров, но мне прислали маленькую бутылочку. Ну, мы позвоним, узнаем, почему так. И изумруд. Такой цветок, цвет заказала. И кусок мыла. Ну, будем варить. Все, до встречи.